Оказывают помощь пациентам, несмотря на пандемию. На левом берегу Новосибирска проходит реорганизация стоматологической службы. В рамках областной программы Минздрав региона улучшает качество и доступность зубоврачебной помощи горожанам. Тему продолжит Мария Никитина. Врач одевает на себя два комплекта одежды, высокие бахилы, перчатки, очки, защитный экран, маску и колпак. То же самое одевает медицинская сестра. Главный врач стоматологической поликлиники показывает бокс, где лечат пациентов, у которых во время термометрии на входе в медучреждение прибор показал больше 37 градусов. В помощи не отказывают никому, но стараются обезопасить и персонал, и посетителей. Особое внимание уделяют обработке инструментов. После многоэтапной процедуры их упаковывают в крафт-пакеты. В каждый лоток кладут индикатор, который показывает уровень очистки и стерилизации. Поступают сюда инструменты со всех кабинетов. Здесь проходит дезинфекция инструментов, предстерилизационная очистка и непосредственно стерилизация. Все у нас оборудование новое, современное. Есть в арсенале врачей поликлиники и диагностический комплект для онкоскрининга. В темной комнате с помощью флуоресцентной лампы стоматолог осматривает ротовую полость пациента. Несложная процедура позволяет исключить рак или выявить заболевание на ранней стадии. В эту группу риска могут входить люди, которые употребляют табак, люди в возрасте 50-70 лет, люди, у которых есть наличие герпетических высыпаний в полости рта, хронические, они могут быть подвержены, и люди, которые живут с вирусом папилломы человека в полости рта. Также это низкая гигиена полости рта и употребление алкоголя в большом количестве. Мы обязательно проверяем и таких пациентов, которые носят протезы, потому что протезы тоже являются травмирующим фактором. В мае в рамках реорганизации стоматологической службы в поликлинике открыли детский кабинет. Там появилось разноцветное кресло и планшет с мультфильмами для самых требовательных и важных пациентов. Через несколько месяцев в соседнем здании откроют пункт неотложной помощи. Сейчас людей с острой болью принимают в общем отделении, но уже скоро в стоматологической поликлинике номер 3 завершится ремонт специализированного помещения. С появлением в медучреждении круглосуточной экстренной стоматологической службы пациентам станет проще попасть на плановый прием. Отремонтированные помещения уже приводят в порядок. Впереди закупка оборудования. Оснастить нужно стерилизационное отделение, два хирургических и рентген-кабинет, регистратуру и гардероб. Врачи здесь будут работать в две смены по 5 человек. Население разрастается. Качество и доступность стоматологической помощи должна быть тоже на высоком уровне и приравниваться тоже к частным стоматологическим клиникам. У нас есть и кабинет имплантации, у нас все специалисты, стоматологи владеют всеми методиками, мы работаем на разных системах. Помещение отремонтировали на средства областного бюджета. Почти 7 миллионов потратили на отделку, еще 9 уйдет на оборудование. Принимать пациентов отделение начнет уже в следующем году. Мария Никитина, Александр Егоров, новости ОТС.